Говоря футбольным языком, в этом сезоне хоккейная «Динамо» оформила дубль. Сразу два кубка прямиком из Москвы доставлены в Барнаул. Один индивидуальный, заслуга игрока сине-белых Ивана Переверзева. В составе отечественной дружины Иван стал чемпионом мира. Другой за победу сине-белых в первенстве страны. Я считаю, что это наша общая победа. Деления на какие-либо университеты, институты здесь не было. Выходя на лед, мы единая команда. Это, как теперь принято говорить, исторические кадры. «Динамо Алтай» в финале против заряженного «Электрона» оформляет золото. То, что до этого казалось мечтой, стало реальностью. «Динамо-чемпион» прозвучит под сводами арены в подмосковном Дмитрове. И не какое-нибудь, а именно барнаульское. Эмоции, мы их еще до конца не поняли, на самом деле. Потому что мы шли к ней самую первую забитой сваю. И это действительно большой был труд. Это не работа ни одного года. К этому золоту они шли несколько лет. Ближе всего были к цели в прошлом году. Оступились, досталось лишь серебро. Победный заряд удалось сохранить. Уже в новом сезоне барнаульцы, которые в начале турнира неожиданно забуксовали, все же смогли набрать чемпионский ход. Особенно впечатляюще выглядит результат регионального финала. Один матч против гостей из Улан-Удэ чего стоит? Только вдумайтесь, 55-0. Как ни странно, после этого от руководителя клуба игроки получили порцию критики. Мол, не стоило так избивать слабых оппонентов, которые приехали издалека. Бурим. Эмоции, конечно, то есть такие эмоции очень редко переживаются, то есть это ничем не купится, никакими деньгами, то есть это необъяснимо, это просто буря. Еще ни одна хоккейная команда с Алтая не становилась чемпионом страны. «Динамо» стала. И скидку на то, что это турнир между студентами, не делают даже бывалые мэтры регионального хоккея. Все как один говорят о том, что эти ребята в разы превзошли их достижения. Уже известно, что на некоторых игроков «Динамо» всерьез рассчитывают в профессиональном клубе «Алтай». Главное теперь руководителям постараться не продинамить чемпионов. Кирилл Политов, Алексей Фризин. Наши новости.